8 июля, в День семьи, любви и верности, в городском округе Люберцы в парках культуры и отдыха пройдет парад молодоженов. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации, цитируя главу городского округа Владимира Ружицкого. Для участия в параде молодоженов необходимо найти свои свадебные наряды. Кроме того, как и полагается, в день бракосочетания нужно пригласить своих друзей, но уже на праздник в парк через социальную сеть ВКонтакте, сделать репост записи о шествии. Поучаствовать в проекте могут все семейные пары округа, как молодые, так и те, кому впору отмечать золотую свадьбу. Гостей праздника ждет не только шествие, но и выступления артистов, шоу-программа и конкурсы. Партнеры и спонсоры парада молодоженов предоставят участникам подарки, проведут мастер-классы и фотосессию. Победителей ждет главный приз, который пока держится в тайне. В этом году праздник пройдет уже во второй раз. В 2016-м в параде молодоженов приняли участие 18 пар. Анна Троян, телеканал ЛРТ.